Весна неумолимо наступает, а это значит, что настало время закрывать лыжный сезон. Крайние соревнования для любителей этого вида спорта прошли 12 марта на трассе в деревне Генино. Для закрытия сезона выбрали самый зрелищный и динамичный вид гонки – эстафету. Участие в ней приняли 12 сборных команд, по 3 человека в каждой. 6 команд лыжники старше 18 лет, еще 6 младше. Дистанция для мужчин составила 1 километр 800 метров, для женщин – 1,5 километра. Не отставали от них и юношеские команды. Для них расстояние было таким же. Трасса была достаточно трудная. Лыжи катились хорошо, соперники были достаточно тяжелые, но мы боролись до конца, ехали, бежали. В принципе, я доволен собой и своей командой. В старшей возрастной группе первое место заняла команда из Рославля. Владислав Козловский, Алена Федосова и Игорь Козловский. Их суммарное время 11 минут 33 секунды. Это на 13 секунд быстрее результатов второго места. Более напряженная борьба развернулась среди юношеских команд. С разницей всего в одну секунду первыми стали Кирилл Булухов, Ксения Щербакова и Алексей Романов. Их суммарный результат 14 минут и 16 секунд. Ксения Лошкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев. Десна ТВ.